Я София. Я Азамат. Я спать. Мне тут халявщики нужны. По хозяйству будешь помогать? Я могу. Но ничего здесь моего не трогай. Seni sadece korkutacaklardı. Böyle mi korkuttu? Napugala? Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Burada seni kimse dinlemez. Anladın mı? Hanımefendi, otel müdürü Cansu ben. Kapıyı açar mısınız? Мне пластика нужна. Не, у меня таких денег нет. Ты же знаешь, сколько это стоит. Ну, а что ты на меня так смотришь? Девочка работает. Как дела? Знаешь что? Знаешь что? Да я любого на колени поставлю, понятно? Штабелями будут падать. Да ты чё? Где? Где штабеля? А, вот он штабель! Вот он штабель! Помогите, help! Help! Дайте телефон, позвоните! Ну-ну! Собей сейчас! Собей! Там дома, где я родился, из дерева. Туда люди приходят, загадывают желания. Моя бабушка говорила, в корнях этого дерева живет черепаха. И если она выползет человеку, его ждет удача. А ты ее видел? А ее никто не видел. Сказки все это.